Всем привет! Сегодня у нас на обзоре долгожданные новинки. Arduino Uno R4 Minima и Uno R4 Wi-Fi. Эти платы физически совместимы с любыми Arduino Uno R3, но обладают гораздо более мощными характеристиками. Если вам не хватает памяти и ресурсов Uno R3, но вы боитесь переходить на другую платформу, это обзор специально для вас. Поехали! Arduino Uno R4 сохранил классический дизайн, но с рядом улучшений. На передней панели мы видим обновленные разъемы для подключения модулей и датчиков, более удобные пины для пайки и новый индикатор состояния. Обе версии Arduino Uno R4 оснащены новым микроконтроллером Renesas RA4M1. Это 32-битный ARM Cortex-M4. Процессор с тактовой частотой 48 МГц. Платы имеют 256 КБ флеш-памяти и 32 килобайта SRAM памяти и 8 килобайт EEPROM, что значительно превосходит возможности Uno R3. Также есть 6 контактов с ШИМ разрядностью до 12 бит, по умолчанию 8 бит, один контакт с ЦАР цифроаналоговым преобразователем разрядностью до 12 бит, по умолчанию 8, и 6 контактов с ACP разрядностью до 14 бит. По умолчанию 10. Arduino Uno R4 также стала более энергоэффективной, что особенно важно для проектов, работающих от батареек. Uno R4 Minima – это доступный вариант для тех, кто хочет использовать все преимущества нового микроконтроллера без дополнительных функций. Она идеально подходит для старта новых проектов, от простой гирлянды до системы умного дома. Среди ее особенностей можно выделить совместимость с популярными платформами расширения форм-фактор Arduino Shield, поддержка хит-устройств, таких как мышь, клавиатура или джойстик, мощный DC-DC преобразователь с входным напряжением от 6 до 24 вольт и выходным 5 вольт с максимальным током 1,2 ампера, обеспечивает плавную интеграцию платформы с двигателями, светодиодными лентами и другими исполнительными механизмами, используя всего один источник питания. Также мы обновили все выпускаемые нами библиотеки и добавили поддержку данной серии. А еще наши библиотеки теперь доступны прямо в среде Arduino IDE для установки и обновления. Uno R4 Wi-Fi оснащена модулем ESP32-S3 для Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет подключать ваши проекты к интернету и управлять ими удаленно. Это особенно полезно для проектов интернет-вещей, таких как системы умного дома или роботы, управляемые по Wi-Fi или Bluetooth. По умолчанию в модуле связи ESP32-S3 стоит прошивка, которая принимает команды от основного контроллера RA4M1 и рулит беспроводными технологиями Wi-Fi и Bluetooth. А в сочетании с облачными сервисами Arduino Cloud можно удаленно отслеживать и контролировать свои проекты. Однако, вы можете прошить ESP32-S3 своей прошивкой и использовать модуль как отдельный самостоятельный контроллер. Светодиодная матрица 12 на 8 пикселей для отображения визуальных эффектов и анимаций. Присутствуют дополнительные контакты для работы с внутренними часами реального времени, RTS. Обе платы обладают встроенной поддержкой интерфейса CAN, I2C и SPI. Разъем Quick облегчает подключение периферийных устройств, делая процесс создания проектов еще более удобным. Но он есть не на всех версиях плат. Механизм обнаружения ошибок поможет вам быстрее находить и устранять проблемы в коде. Для питания плат используйте порт USB Type-C, контакт VIN или разъем DC-джек 5,5 мм. Источник питания определяется автоматически. При питании через USB используйте блок питания на 5 вольт. Через VIN или DC-джек используйте с выходным напряжением от 7 до 24 вольт. Для программирования используйте стандартную среду Arduino IDE. Подключите плату через USB Type-C и добавьте поддержку платформы семейства Arduino Uno R4 Boards в менеджере плат. Все подробности по подключению, настройке и программированию вы найдете в руководстве на нашем сайте. Уже появилось некоторое количество альтернативных сборок сторонних производителей, использующих такую же техническую базу, но имеют свои удобные дополнения и особенности. Например, есть версия сразу с разъемами ГВС,
что облегчает подключение модулей и датчиков. Arduino Uno R4, Minima и Wi-Fi – это мощные универсальные платы, которые сохраняют совместимость с популярными Arduino Shield и обеспечивают высокую производительность для реализации самых разнообразных проектов. Если вам понравился обзор, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте свои комментарии под видео, делитесь своими мыслями об Arduino Uno R4 и рассказывайте о своих проектах. Творческих вам успехов!